современные родители отдают предпочтение умным игрушкам. Что это такое? Умные игрушки – это игрушки, которые совмещают в себе несколько функций, полезных для ребенка и его развития. Вот, например, этот, будем говорить, логический конструктор совмещает в себе сразу несколько функций. Благодаря ему ребенок может выучить понятие цвета, то есть красный, синий, зеленый, желтый. Понятие формы. Что такое шар, что такое, допустим, шайбочка, что такое квадрат. Он все это видит наглядно, трогает это своими ручками и запоминает. Соответственно, передвигая эти бусинки по этому конструктору, он может выучить направление формы. То есть направление движения вперед, направление движения назад. Мама говорит, допустим, перегони по зеленой веточке все бусинки вперед. Ребенок передвигает, соответственно, запоминает, что вперед – это направление туда. Передвигая бусинки назад, он запоминает, что назад – это обратное направление. Здесь, где нет закрученной формы, ребенок может научиться счету, то есть передвигая бусинки одну за другой, он может научиться их считать по порядку, то есть одна бусинка, две бусинки, три бусинки и так далее, пока бусинки не закончатся. Соответственно, передвигая их в обратном направлении, он может научиться и обратному счету. Поэтому, если у вас есть желание развивать интеллект своего ребенка с малого возраста, отдайте предпочтение не только функциональным, но и умным игрушкам.